Ще в Київ приїжджу. Ради приветствовать вас на проводах русской зимы, на Масленице. Масленицы вас, дорогие друзья, детишки, подходите к нам поближе сюда. Прям вижу здесь детей. Очень приятно, это очень здорово. Мы вот с Анечкой детей очень любим. Кстати, меня зовут Алена, а меня зовут Аня. Очень-очень приятно. Покажите, пожалуйста, вы называете, любите? А давайте потанцуем. Давайте покажем. Вот любовь. Понятно? Да. Ну мы же ничего. А где Паша? Алёся, чуть-чуть,
сегодня победили у нас команда «Ух». А вообще, на самом деле, я бы, конечно, сказала, что победила дружба, как всегда. Сейчас я покажу первый процесс, так скажем, продолжишь сам. Вот смотри, первый. Понятно, да? Бери одной рукой, второй долби. Нет, нет. Грей. Грей. В угли в середину мотли, это тоже, наверное. Есть еще один, да, я понимаю?
мой батюшка, жениться я хочу. Нет, добились. На кого не шучу. Раз, два, три, поехали. Лучше, вот вам совет, не спешите, очень аккуратно. Лучше один бить, но хорошо, чем два, но плохо. Один раз отмерим? Да, семь раз отмерь, один раз отрежь. В общем-то, хорошая поговорка. Она как раз для нашей сегодняшней ситуации. Кирилл, как дела? Ты один бил полностью, нет? У нас еще есть время. Не спеши, не спеши. За Кириллом, за Алексеем. Не спеши. Главного участника. Есть! Кирилл есть, молодец. Отлично. Хорошо. Сколько времени у нас, Ань? Ну, вот еще 15 секунд, так что можно вести обратно отсчет. Кирилл, давай, Алексей, давай скорее же, что ж такое-то, Алексей. Кирилл, Алексей. Ну что, время у нас заканчивается. Вышло время. Два гвоздя у Кирилла. Не сгибая гвоздик, да, он должен ровно войти в бревно. Ань, засекла время? Итак, на старт, внимание, поехали. Поехали, время пошло. Андрей, Алексей, время пошло. Ого! А он хитренько как сделал. Так, Андрей, стоп. Ань, просто как семечки щелкаем. Но тем не менее, скорость как. Давай. Андрей, Алексей. Сколько времени осталось? Андрей, Алексей. Аня, да. Время. Стоп. Считаем. Вот эти вот, да? Нет, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Там уже были гвозди вот эти. Забирайте. Так, потом у нас идут пацаны. Ребятки, выбирайте себе. Ну что, друзья, подходит. Понятно, реально такое.